«Газпром» значительно повысил стоимость голубого топлива, поставляемого в нашу страну. В сентябре «Молдовагаз» будет платить 1882 доллара за 1000 кубометров. Разница с августовской ценой превышает 400 долларов. В этом контексте глава «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что поставщик вскоре может обратиться в НАРЭ с запросом на пересмотр тарифа для потребителей. Об этом сообщил директор «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем телеграм-канале. По сравнению с началом лета цена выросла более чем в два раза. Так, в июне «Молдовагаз» платил за 1000 кубометров 880 долларов, в июле 980, а в августе 1458 долларов. В сентябре эта цифра составит 1882 доллара. Бытовым потребителям кубометр газа обходится в 23 лея. Последний раз тариф поменяли в августе. Тогда голубое топливо подорожало для населения на 23%. Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан написал в своем телеграм-канале, что в настоящее время поставщик ведет переговоры с Национальным агентством по регулированию в энергетике об изменении методологии расчета тарифа на природный газ. Он добавил, что на одном из следующих заседаний руководство «Молдовагаз» обсудит новый запрос относительно корректировки цены для конечных потребителей. При этом о каком именно повышении идет речь, не сообщается. Следует отметить, что с октября, согласно контракту с «Газпромом», меняется формула расчета стоимости закупаемого «Молдовагаз» российского голубого топлива. Летом доля стоимости на спотовом рынке в ней составляет 70%, зимой 30%. Однако некоторые эксперты считают, что это несущественно отразится на закупочной цене. Редактор